Всем привет! Предлагаю вашему вниманию обзор алмазной точилки для ножей модель Ganzo G506. Предоставлена для обзора магазином фонарик.com. Поставляется она в упаковке типа блистер в таком вот виде, закрытая прозрачной пленочкой. Инструкция на русском и английском языках. Цена 300 гривен, или даже не боюсь, затрудняюсь сказать, сколько на сегодняшний день это. Чуть больше 10 долларов. Особенность пластиковой рукояти, которые закрываются. Изначально я думал, что они подпружинены, но это не так. Пластик такой, ну, хрупким его назвать нельзя, но сильно я бы как-то не сжимал эту ручку. Особенность пластиковое основание, на него с двух сторон закреплены алмазные камни. Один с зернистостью 360, второй 600. Как заявляет производитель, 360 единиц для более грубой, нажат пальцем чувствуется более крупное зерно, и 600 для более детальной ювелирной заточки. На сегодняшний день точилку я пробовал на кухонных ножах. Она показала себя отлично. Из ножей, которые у меня, скажем так, не заточены, остался, наверное, вот только вот Pocket Bushman. Он режет бумагу, но не в лед. Для заточки я использовал мокрый камень, не насухо. Мне кажется, что так лучше. Итак, начинаем. Да, забыл показать, как режет ножик сейчас. Сейчас ножик у нас... Сейчас вытрем его от водички. Ножик сейчас у нас немножко грубо режет бумагу. Поэтому давайте посмотрим, как он будет после заточки. Постараюсь весь процесс оставить на видео. Может быть, просто что-то ускорю. Ну, чтобы было наглядно, видно и понятно, как, что, куда работает. Я не знаю, как кому, у меня такая острота вполне устраивает. То есть отличная точилочка, положить ее в рюкзак, алмазный камень защищен от при транспортировке. Водичка всегда в походе есть, а даже плюнуть просто на точилку и восстановить остроту ножа, это уже... Отличный вариант. Плюс компактные размеры. Яркий цвет. Позволяет ее не потерять. Точилка Ganzo G506 от компании Ganzo, предоставленная для обзора компанией фонарик.com. Спасибо всем за